Защита личных кабинетов IMB Network и iMarketing. Двухфакторная аутентификация с помощью приложения Google Аутентификатор. В личном кабинете, в боковом меню, нажмите на кнопку «Настройки», переведите пункт «Двухфакторная аутентификация» в положение «Включено». Далее на ваш смартфон необходимо установить программу Google Аутентификатор. В зависимости от типа вашего смартфона, вы можете скачать приложение из App Store или Google Play. Разберем на примере смартфона на базе Android. Открываем Google Play, далее в поиске набираем Google Аутентификатор и жмем кнопку «Установить». После установки открываем приложение и жмем кнопку «Начать». Далее необходимо перейти к следующему шагу. На данном шаге предоставляется два варианта для привязки личного кабинета в Google Аутентификатор через QR-код или текстовым кодом. В примере используем привязку через текстовый код. На смартфоне нажмите кнопку «Ввести ключ настройки». В поле названия аккаунта можно ввести любое описание. В поле, где написано «Введите ключ», необходимо ввести код и шага номер 2 и нажать кнопку «Добавить». Далее нажимаем кнопку «Добавить аккаунт». Теперь в приложении Google Аутентификатор генерируются коды доступа. В кабинете переходим к шагу номер 3. Следуя инструкции, необходимо запомнить, записать на бумаге или сохранить предложенный код, он может потребоваться для восстановления доступа к Google Аутентификатор. Переходим к шагу номер 4. Тут от нас требуется ввести пароль от личного кабинета, код из Google Аутентификатор и нажать кнопку «Сохранить». Мы завершили настройку, и теперь ваш аккаунт защищен двухфакторной аутентификацией.